Эй, здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанана. В этот раз я пригласил 10-го левела Фейсит, чтобы он рассказал, как именно нужно тренировать свой AIM. 27 ВГ, почти 3000 элла, призовые выигранные примерно на 70 тысяч рублей. Это охренительная сумма. Если тебе нравится такой формат, обязательно ставь лайк, подписывайся, а я начинаю. Всем привет, пацаны. Расскажи о себе, кто ты, что ты, какой у тебя ВГ, сколько сантиметров и прочее. Сантиметров 9. Пожалуйста, это вырезаем ради бога. Меня зовут Степан, мне 19 лет, у меня 2800 элла. За все недолгое время, когда я играю в турниры, я заработал порядка 70 тысяч. Ни хрена себе, 70 тысяч рублей, играя за компьютером? Нормально ты, нормально. Так как, повторюсь еще раз, мы давно с тобой знакомы, я очень много от тебя научился игре, стрельбе, движениям, да и прочему. Поделись теперь ты с ребятами, какие именно нужно делать действия, чтобы реально улучшить свой AIM. Мне кажется, для начала надо разобрать наводку прицела, скорость наводки прицела, а дальше уже можно перейти к стрейфам и к тому подобное. А что такое стрейф вообще? Микродвижение, чекнуть противника. Есть короткие стрейфы, чтобы просто посмотреть, где он, либо забайтить как-то его. Есть широкие стрейфы, когда ты выходишь на противника, допустим, на авапера, чтобы ты его убил. Ну, если ты, конечно, уверен в своей стрельбе, чтобы ты его мог перестрелять. Угу. Ну, давай пройдемся по этапам. То есть, самое первое, это что? Самое наводка, важное? Наводка и скорость наводки, это одно из самых главных. А есть ли какие-то карты для этого, либо что-то еще? Есть. Ну, я использую вообще 3 карты. Для тренировки, в принципе, наводки я использую AIMBOT, а для тренировки движений, больше зажимов, ну и просто стрельбы в целом я использую Training Blank карту. Оно очень удобное в этом, да и прикольно, здесь противники красненькие, весело. А для авика я использую Super AIM Reflex, потому что она здоровая, и там реально, там есть преграды, там ты можешь прыгать, бегать, именно движения сами. Ну, все карты, все ссылочки ты мне скинешь, я потом их конечно, оставлю в описании, конечно. Окей? Ну, начнем мы с AIMBOTS, потому что она самая популярная, на ней играют многие проигроки. И она идеально подходит для скорости, для точности наводки. Если, допустим, тебе надо быстро размяться, то это вообще идеальная карта для этого. Зашел, пару минут пострелял, ты чувствуешь свинцу и можешь играть. Там 300-200 ботов дал и все. Вторая карта — это AIMBLANK. Она очень удобна тем, что здесь динамические боты. И здесь можно неплохо потренить стрельбу, движение, может даже стрейфы. Но она может заменить, по сути, ДМ-матч? Заменить можно, но все равно лучше играть ДМ. Ну так, если не втерпешь, прям надо быстренько размяться, то это, думаю, отличная карта. Третья карта — это у нас Super AIM Reflex. Она идеально подходит для АВП, потому что она большая, и здесь ты чувствуешь АВП, в отличие от других карт. Потому что здесь можно спрятаться за боксы, можно подвигаться, в принципе. Очень большая карта и очень удобная. И очень весело, что боты все время бегут на тебя, и ты можешь их подстреливать. Спасибо тебе, дружище, что ты поделился с моими подписчиками о этих важных фишках. Главное, не тильтуйте, пацаны, не тильтуйте. После того, когда мы пообщались с Степой, когда он мне полностью рассказал, что и как нужно сделать, я, естественно, пошел тренироваться. Через полчаса, дружище, через полчаса на AIMBOTS'е рука моя напрочь отсохла. Я не мог вообще попадать и стрелять. Естественно, я пошел похавать, отдохнул и принялся ко второму этапу, а именно стрелять по красным человечкам. Там уже более интересно было. Я начал двигаться, я прятался за коробками, выстреливал, что-то придумывал новое для себя. И, кстати, там очень интересные выходы, когда можно стрелять по головам. Попробуй его обязательно. Ну и потом, спустя еще некоторое время, я также взял себе небольшой перерыв и принялся играть на АВП. Вот там действительно я раскрыл свой потенциал. Я начал отстреливать влево, вправо, прятался за коробками, придумал всякие разные для себя интересные идеи, и они действительно работали. И смотри, что в итоге получилось. Поверь, дружище, вот эти все способы, которые тебе предлагаются, они реально рабочие. Зацени.
такие моменты кажется, что реально каждый пиксель на карте ты чувствуешь. Ты чувствуешь боязнь соперников, и ты реально заходишь на плюс В с ноги на любой плент и просто закрываешь. Это означает, что твой АИМ начинает повышаться. Спасибо, Степа, тебе огромное за то, что ты дал такое интервью. Спасибо мне огромное за то, что я его спотировал. Спасибо тебе огромное за то, что ты это посмотрел. Обязательно лайк, ну и залети на вот это годное видео. С тобой был Серега, Сайбербанана. А ты давай, вон туда.